одна даже, видимо, прилетела. И так случилось, что на спектакле... А, это, видимо... Здравствуйте, Константин. Первое. Вот тут целый список вопросов. Почему вы больше не поете песню «Над дорогой»? Она ведь новая, а кроме того, это одно из ваших самых лучших сочинений за последнее время. Если можно, исполните ее, пожалуйста. Кстати, первый раз попросили эту песню спеть. Потом дочитаю. Пройдут денечки теплые, девчонки станут тетками, и снег уснет за стеклами до будущей зимы. А с нас с тобой устанется, а мы не будем стариться, и сторицей отдарится то, что дарили мы. Нам много дано, и доверено много. Свеча на окне, путеводная нить. Пороги станут мирными, герои станут мифами, и трещины эфирные пройдут по временам. А с нас с тобой устанется, а мы не будем стариться, и сторицей отдарится подаренное нам. Нам много дано, и доверено много, свеча на огне путеводная нить. Постой у дверей, мы минуту пошепчемся с Богом, кого мне за благо поблагодарить. Закончится, что начато, и стреет, что заначено, и новым озадачатся великие умы. А мы, умов не трогая, махнем своей дорогою, и станет первой пробою то, что дарили мы. Нам много дано, и отмерено много, наука терять, искусство дарить. И пусть остается нехоженой наша дорога, когда нам за благо над нею парить. Нам много дано, и доверено много, свеча на окне путеводная нить. И пусть остается нехоженой наша дорога, когда нам за благо над нею парить. Постой у дверей, мы минуту пошепчемся с Богом, кого мне за благо поблагодарить.